Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал! В сегодняшнем видео хочу записать, сделать обзор дома, который находится в пригороде Тампы. Город называется Лейфия. И этот город знаменит своими школами. Посмотрите на карте, где этот город находится. Как видите, он не находится очень близко к центру города, но тут есть свои комьюнитис, свои магазины, свои рестораны и, что самое главное, самые наилучшие школы. Все три школы имеют рейтинг 9-10. И вот этот дом, который я выбрала для показа, мне очень понравился. Я его уже просмотрела, теперь хочу показать вам. Пойдемте посмотрим. Сразу, когда мы заходим в доме, комната... как официальная столовая, потому что с левой стороны кухня. Сразу расскажу планировка. Тут все спальни находятся с этой стороны, и мастер, главное, с левой стороны. Всего 4 спальни и 2 ванны. С левой стороны, obviously, как я вам сказала, кухня. Вот сейчас посмотрим. Смотрите, высокие потолки, что мне, конечно, очень нравится тут. Прям, когда высокие потолки, кажется, как будто намного больше дом, чем он на самом деле есть. Дом построен в 2005 году, относительно новый. Тут, значит, у нас стирка и дверь в гараж. Ну, типичный гараж, это 2 машины. Прям можно walk-in сделать, зайти... это, как это называется по-русски, кладовка, гранитные countertops. Сейчас идем в главную спальню. Везде высокие потолки. И в главную ванную. Как вам, кстати, вот такой стиль, когда двери нету, ванную просто вот заходите и все открыто. Вот душ приняли и вышли. Ванну приняли и сразу вот кровать. Иногда я даже вижу дома, где даже этой стены нету. И тут мне нравится, что такое большое окно с видами на бассейн с джакузи. И все прям очень-очень закрыто. Ни соседей, никого, как будто вы в лесу живете. Классно. Так, выходим с главной комнаты. Одна из комнат, это они, видимо, сейчас уже готовятся к переезду. Идем в комнату номер 3. Эти маленькие 2 детские, но они прям совершенно маленькие для маленькой кровати, но они есть. Вот ванная комната. Очень удобно, дверь сразу в бассейн. И еще одна дополнительная комната на втором этаже. Как я бы ее просто назвала, игровая комната. Вообще тут private, можно сказать. И отсюда тоже выход из окна на бассейн. И вот еще хочу вам показать на улице, как тут классно. Это еще с правой стороны есть небольшой участок. Джакузи, бассейн прям хорошего размера, небольшой, не маленький. Тут и столики, то есть прям можно летом и зимой, мы же во Флориде, проводить время и наслаждаться вот такой волшебной погодой. Сейчас у нас январь месяц.
Ну, что вы думаете по этому домику? Как вам? Напишите в комментариях. Хочу показать, как дом выглядит снаружи. Смотрите, какой красивый домик. И какие дома вокруг. Он находится в тупике. То есть проезжей части тут практически нету. Тихо, спокойно. Помимо того, что в доме есть свой бассейн, еще можно сходить на общий бассейн. И сейчас еще проедемся по комьюнити, чтобы уже точное представление имели, как она выглядит.